Подели от Альфа-банка, забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Друзья, привет! Фикс-прайс Большевиков 33, Калантай 24, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары. Приятного вам просмотра! Поступили симпатичные небольшие растения в горшочке. Выглядит очень реалистично, настоящие камушки. Есть в черных горшочках и в белых, тут уже другие виды. Три вида всего. Цены, к сожалению, пока не было. Извините. И посмотрите, какая чудесная новинка. Это корзинка плетеная, 21 сантиметр. Сделана из гиацинта низ. И вот эти веревки канаты сделаны из хлопка. Есть вот такая серая с бежевым. Вся бежевая. И есть еще беленькая. Цена 249 рублей. Стильная и функциональная. Вот такие вазочки я вам показывала. А поступили вот такие маленькие, пузатенькие. 10 сантиметров. Называется мраморная. Материал керамика. 199 рублей. Очень хорошенькая. Новые свечи конус. На этот раз они рифленые. Есть белые, зеленые, сиреневые. 199 рублей. Также есть еще высокие гладкие конусы. 249 рублей. Керамические горшки. Все расцветки с золотистыми полосками. По 249 рублей. Вновь привезли. И вы только посмотрите, что вновь привезли. Светильник-камин. Он классный. Я себе купила еще первый привоз. Работает от батареи, которую надо купить отдельно. Стоит 349 рублей. Сделан очень аккуратно. Сейчас покажу вам мой, свой собственный. Посмотрите, какая прелесть. Щетка для мытья 36 сантиметров. Есть петелька для подвешивания, 99 рублей. Новые мягкие коробки для хранения, размер 25 на 25 сантиметров. В этот раз они с яркими дракончиками. Есть две ручки по бокам, можно хранить игрушки, текстиль и так далее. Есть темно-серые и светло-серый материал, фетр, 199 рублей. Пряжа для ручного вязания, сельский мотив, 30% шерсти, 70% акрил, производит Пехорский текстиль, 200 метров, 80 граммов. На Большевиков вот такие расцветки, темно-серые, светло-серые и беленькие. А на Калантай есть такие расцветки и еще поярче, 149 рублей. Новые подхваты для штор, вот такие плетеные из толстого шнура. Нашла сиреневого цвета, бежевые, серенькие. 99 рублей. Новые яркие коврики принт 40 на 60 сантиметров, основа войлок. 149 рублей, все одинаковые. На Калантай поступили чудесные детские шапочки. Посмотрите, какие хорошенькие, с помпонами. И они утепленные флисом. 249 рублей. Жидкое мыло с дозатором, целебные травы, с облепихой, витамином Е. 79 рублей. Бальзам, кондиционер с кератином, питахайя. 99 рублей. Маска-бальзам для волос восстанавливающая, с маслом органа, зародыши пшеницы и витаминами Е. Укрепляет корни, стимулирует рост волос. 99 рублей. Также есть маска яичная, восстанавливающая, с протеином и лецитином. 99 рублей, 450 миллилитров. Крем-мыло для рук с дозатором, аура, малина и витамины. Пол-литра, 79 рублей. Гелевая детская зубная паста с кальцием и натуральными экстрактами. Не содержит фтор, парабены, 99 рублей. Новый гель для стирки цветного белья. Подходит для всех типов тканей, кроме шерсти и шелка. 1 литр, цены пока не было. И еще один новый гель для стирки черного и темного белья. Защита цвета. 1,5 литра, также пока без цены.
наконец-то к нам поступили игрушки, коллекционная кукла Алиса, высота 16 сантиметров, очень большая серия, можно собрать всю коллекцию с подвижными ручками и ножками. Продуманы все детали одежды и очень приятны у них лички. Я думаю, что на подарок девочке очень будет даже хорошо. Цена 199 рублей. Задумалась, засмотрелась. Подели от Альфа-банка, забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Поступила большая серия детских книг, очень толстые странички для самых маленьких, почти все новогодние. Очень яркие иллюстрации, по-моему, интересные книги. Покажу вам все. Все яркие, все красивые. По 79 рублей. Еще поступили вот такие детские книжки. Это сказочные повести, также новогодние. Нашла несколько. И цены, к сожалению, не было, но, думаю, 199 рублей. Посмотрите, какая интересная иллюстрация. Кухонный отдел на Калантай только поступили. Вот иранские блюда удлиненные, также пока нет цены. Большие блюда в форме рыбы по 149 рублей привезли очень много. А также привезли подставки для ножей. На большевиков обнаружил новый паштет печеночный гусь 100 граммов 27,50, а также паштет любительский ГОСТ 27,50. На Калантай обнаружила и пришлось вынуть из коробки булочки с нежным кремом «Крема Бон», пропитанные начинкой и с корицей. Рекомендовано разогреть, но они так вкусные, я купила, попробовала, рекомендую. 174 рубля 50 копеек, Москва, 380 граммов. Друзья, на этом пока все. Спасибо большое за внимание. И мы все ближе и ближе подходим к храму Воскресения Христова на Крови. Это православный храм, памятник, сооруженный на месте, где 1 марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II. Храм был построен как памятник царю на средства, собранные по всей Руси. Высота девятиглавого храма 81 метр. И я вам желаю приятного просмотра, приятной прогулки. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего самого хорошего и пока.
Петербурге выполняли Смотрите, тем временем на Иисуса падают три луча ветвей. Вот это значит, что перед нами вечный, воплотившийся в человеческом облике. Мозаика по эскизу художника Ивана Парфирова. Давайте с вами поговорим.